Товарищи зрители, в течение 2 лет в межрапомфильме велась экспериментальная работа по созданию советского цветного кино. Сегодня вы увидите наши первые опыты, наши удачи и неудачи. Цветное и звуковое кино-ревю «Карнавал цветов» является нашей первой экспериментальной программой. Начинаем. Опыт первый. Цвет без движения. Для проверки, как получаются на экране различные сочетания цветов, мы засняли ряд картин советских художников. Thank you.
Опыт второй.
Yeah.
Thank you.
Этим мы закончили наши экспериментальные работы и приступили к производству первого цветного звукового художественного фильма «Соловей-Соловушка». В недалеком будущем этот фильм мы выпускаем на экраны Союза.